Всем привет! Хочу сделать небольшую ремарку по забегу. Сегодня я участвовал в забеге, который называется Электротрейл. Он проходил в поселке Черемушки по Черемухову, к Черемухову перевалу. Это мой второй забег. Все было здорово. Получилось, к сожалению, что я опоздал на 1-2 минуты к старту. По часам маленько ошибся, поэтому пришлось мне сегодня прямо в усиленном режиме нагонять народ. Я прямо гнал в гору. Еще мой напарник пошутил, говорит: зачем тебе бежать в гору, говорит, надо силы поберечь. А получилось наоборот, что у меня просто другого варианта не было, пришлось прямо обходить. Поэтому не знаю пока, какое место занял. Ну, на самом деле это не важно, то есть пришлось, в общем, выдавить из своего организма силы максимально, сколько это возможно. Прямо такая вот небольшая злость была, что как так-то. Ну, в общем, в принципе, я доволен результатом. Конечно, пришлось выложиться, я был прям уставший, выжатый как лимон. Но когда я пришел к финишу, я понял, что нагрузочки не хватает. Поэтому сегодня мы собрались очень интересной группой из 3 человек, и мы пошли на Борус. Поэтому в данный момент мы идем на Борус, я впереди, мои напарники, они идут сзади. План у нас сегодня дойти до, ну, видимо, до перевала, может, в сторону Малого поднимемся, полюбуемся этими красотами. Друзья, сегодня шикарный день. Пока я еще, к сожалению, не могу показать. Я не вышел на открытую площадку, но вот он, зимний Борус, зимний лес. Можно наблюдать, как через деревья пробивается солнышко. Я думаю, что там на перевале огонь. И мы дойдем, обязательно вам покажем, как там классно. Ну а по электротрейлу хочу сказать, что было здорово, было классно, я доволен, несмотря на то, что промотал маленько. Но будет урок на будущее. Так что будьте активными, занимайтесь активными видами деятельности. Жара! Успеваешь? Да. Да-да-да, все отлично. Зовут как? Тише. Да. Готов. Успеваешь? А вот и Александр. Давай быстрее проходи. Здорово. Здорово.
пошел. Второй. Да, можно. Чуть-чуть.
хорошо. Можно назад? Миссия выполнена. Да-да-да, а время ни о чем. Ну, нам сейчас на борт надо. Да, сейчас побежим до главника. Да ладно, до малого. Не, ну они куда, они уйдут, батоны, ну ты чего? Ир. Че, пойдем на борт сейчас? Сейчас он надышится немножко, мы его догоним, сейчас попьем, поедим. Ну, чуть ли, буду 2 часа попозже. Да. Я тебя подкупаю. Мы быстро туда-обратно. Ну, я же не смогу. Не-не, мы уже отжатые, ты чего? Наши красоты. Не, мы быстро. Буквально пообщаемся, что мы все посмотрим. С новичками. Новички. Да-да-да, там куча народу. Там реально новички, ты чего? Ты себя не сравнивай. Ты зашла в числе лидеров. Ты чего? Мы до полчаса раньше. Ну и что? Так мы трындели шли.